Снова всем здравствуйте! И у всех возникает вопрос, что закупать на распродаже, как закупать. Конечно, в целом вы имеете право закупить все, что просядет в цене. Это логично. Но как понять, на что стоит обратить внимание в первую очередь, если брать конкретное оружие? Ну, если начинать с простого, то вам просто надо зайти на торговую площадку и просматривать самые популярные вещи на рынке. Давайте же глянем на графики цен каждой вещи при прошлых распродажах и выходе операции. К сожалению, не все скины склонны к резкому изменению цене при подобном, и зачастую цены резко падают на те скинах, которых много на рынке. Вы можете сами провести свою аналитику и сделать вывод, какие скины стоят вашего внимания, и заранее поставить этот запрос, прочитав проценты просадок на прошлых распродажах на скин, который вам показался интересным в плане инвестиций за графика продаж. А зачем же делать автобай? Так выше шанс поймать не пустой скин, а с интересными стикерами, что заметно прибавит вам дохода при подобных манипуляциях. Именно поэтому, глядя на прошлые распродажи, вы можете понять, какие скины стоят вашего внимания и на какие проценты они примерно просядут при этой распродаже. Конечно, это далеко не факт, конечно, вы не всегда это угадаете, но будем рассчитывать не на качество, а на количество. И получается, будем ставить очень много запросов на различные пушки, которые действительно проседали в цене и обратно спокойно возвращались к своему прежнему прайсу. При данных просадках не всегда выгодно перепродавать оружие конкретно на самом Стиме. Многие занимаются этим просто выгодно переводя баланс со Стима на какой-то другой сайт. Цены устанавливаются зачастую к прежним позициям в течение 2 недель, месяца, а иногда и за пару дней, после чего можно закинуть купленные вами вещи на удобный вам сайт. Если же вы, конечно, посчитаете, что данные проценты доходности и время прошедшего ожидания вас устраивают. К тому же, у вас на кармане могут остаться скины со стикерами, ведь вы затарили себя автобаю. Лично мне нравится смотреть по базе центра скинса, куда сейчас на данный момент можно скин закинуть выгоднее всего. Это помогает как и при обычном трейде, так и в различных ситуациях, которые могли случиться в самой игре. Это, например, изменение баланса оружия, выход новой операции, ну а также в киберспорте, уход игрока, MVP года, ну или выигранный финал хорошего турнира определенной команды. В общем, это можно пересчитать еще долго, но база цен лично меня неоднократно выручала. Это, наверное, реклама, да? А так, в целом можете воспользоваться Steam-аналистом, ну или вручную проверить, куда профитнее закинуть вещь. При этом не забывайте, что я оттуда, вам потребуется сделать вывод. Будьте внимательны, ведь многие сайты искусственно нарушают цены на ввод и вывод, создавая иллюзию профитности при закидывании вещи. Многие на этом погорели, думая, что сайт принимает выгодные вещи, но оказывается, что сайт и отдает вещи задорого. И небольшой совет напоследок. Если вы закупились, например, 10 скинами, а 2 из них так и не оправдали ваших ожиданий по истечении долгого времени, то не бойтесь зафиксировать их в ноль или в небольшой минус. Не давайте балансу простаивать. Другие вещи, которыми вы затарились, давно уже покрыли ваши минуса и заодно принесли профит сверху. Кстати, не забываем то, что в моей группе проходит 2 розыгрыша. Ссылки на которые я оставлю в описании. В одном из них я с 4 другими пабликами разыгрываю 5 редлайнов. Для повышения шанса на победу поставьте лайк каждому паблике на данный пост, ну и не забудьте на них подписаться. Ну а во втором розыгрыше будет разыграно 8 АВП совместно с еще одним пабликом. Всем желаю удачи. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы и до скорых встреч!